Теперь все изменится. Сборник стихотворений с таким названием презентовала Анна Рус. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета собрались студенты, а также все те, кому интересно творчество казанской поэтессы. А когда же приходит понимание того, что я поэт? На этот вопрос нам ответила Анна Рус. Много разных этапов. Сначала думаешь, я, кажется, поэт, я умею писать в рифму. Потом думаешь, о, я, кажется, поэт, мои стихи нравятся моим знакомым. Потом думаешь, о, я, кажется, поэт, меня напечатали в газете. Потом, о, я, кажется, поэт, мне дали литературную премию. И так все время, каждый раз, вот у меня вот эта книжка вышла, и я вот вдруг подумала, кажется, я поэт, у меня вышла книжка. Здесь собраны речитативы и гимны, плачи, романсы, блюзы и многое другое. Название сборника «Теперь все изменится» каждый воспринимает по-своему. Для кого-то это шанс все исправить к лучшему. Не знаю уж, может быть, в названии это, конечно, оптимистично звучит, и подписывать книжки очень удобно. «Теперь все изменится», там, пишешь «в лучшую сторону», там, «с любовью, Анна Рус». Это как бы некий вызов. То есть как хотите, так и относитесь к этому. Хотите, в хорошую сторону вас изменится, хотите, в плохую. Будет. Это второй сборник стихотворений поэтессы. Первый вышел в 2006 году. Все присутствующие в зале активно задавали вопросы о жизни и творчестве. Разговор зашел и на тему рэп-культуры. Бывает очень плохо, а бывает запредельно хорошо. Вчера ко мне зашел друг и говорит, давай Горгород послушаем. Давай, говорю, послушаем. Врубили колонки, послушали, и я, слушая, в общем, этот, как это, я не знаю, рэп-оперу Оксимирона, я понимала, что я нахожусь на высшей точке удовольствия, которое можно получать от поэтического текста. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.